помощник ассистентом Олега Романцева в московском «Спартаке». А так вот сейчас с угловой разыгрывают полударцы. Там Казбек Китериев вместе с Жиковичем разыграли и выбивает мяч подальше. Мохамед Диара. Направление Малика Мане. Очень хорошей скорости в нашем матче. И, конечно, включает их Малик Мане. Открывается там Жакоб Кожамберде. Что сейчас? Выпрашивал 11-метровый удар. Сейчас один из лидеров Тараза. Давайте посмотрим за видеоповтором. Там боролся за мяч с ним Руслан Есимов. Упал на газон. Мане. Но Марат Искаков посчитал, что нарушение...